рожденное ветром. Во втором отделении вы услышите орган в сочетании с самым древним башкирским инструментом, который изображен на флаге, на гербе нашей республики, на Курае. И прежде чем на сцену выйдут музыканты, мне хотелось бы несколько слов рассказать вам о том человеке, который играет на Курае. Так получилось, что и орган, и Курай по своему устройству таковы, что не могут жить без человеческого дыхания, без воздуха. И этим они приближаются к нам, людям. И человек, который будет для вас играть на Курае, за многие десятки лет неустанно постигал тайны вот этого, казалось бы, такого простого, неприхотливого и такого сложного инструмента, который дается и открывается далеко не каждому. Судьба сложилась так, что если бы, например, в то время, когда он закончил, а он был первым выпускником прославленного кураиста Гаты Сулейманова и закончил Уфимское училище искусств, если бы в то время можно было кураистам получать высшее образование, несомненно, он бы сразу пошел в вуз. Но тогда в нашем институте искусств еще не было такого отделения. А потом его захватила работа, концертная жизнь. Он ездил по разным странам и везде приобретал своих поклонников, людей, которые наконец-то слышали и узнавали и понимали душу башкирского народа через его инструмент. Если есть такое понятие «классическое исполнение», то это как раз именно он, Азат Айткулов. И вот сегодня, имея очень многих учеников не только в нашей республике, но и в нашей стране, он выходит на эту сцену как ученик. Дело в том, что он заканчивает аспирантуру нашей Академии искусств. И поскольку у нас здесь присутствует высокая комиссия, я надеюсь, что ваши аплодисменты тоже будут влиять на оценку народного артиста Республики Башкортостан, заслуженного артиста России, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева и Саляма Азата Айткулова. Ваши аплодисменты. Башкирская народная мелодия в обработке Загира Исмагилова «Ташкугай». Исполняют Владислав Муртазин, соло на Курае, Азат Айткулов. Thank you.
народную песню «Сынрал Торма» – «Журавлиная песня». Yeah.
Наш концерт приближается к своему завершению. И сейчас для вас прозвучит старинный солдатский марш. И вы вновь услышите это прекрасное, уникальное, ни на что не похожее сочетание, когда кураль и орган играют вместе. На сцене Владислав Муртазин и Азат Айткулов. Мы работаем с Азатом, мы работаем с ним.